Всем доброго времени суток, с вами Маргарита Низбекова. И Александр Кондрашов, и всякие тут опоры Хогвартс. Да, и у нас все еще четвертый Гарри Поттер. Кстати, это уже четвертая серия, между прочим. Да, ничего нового. Мы сегодня записываем уже шестое видео, представляешь, шестое. Ну а мы за один... когда? Еще только 8 все приеду за этим еще раз. Хотя, да, сейчас пока лет туда-сюда. Пошли уже тогда в эту ванную старость. Давай, пошли купаться. По-настоящему покупались, пойдем еще теперь покупаемся. Ну, может, в августе получится еще записать. Нет, вряд ли. Я в августе весь... Я почти весь август буду... Озёр. Ты в августе в Passwords. Pine. Нужно подвинуться. Ну да. Are you sure only prefects can use this bathroom? Whoa! Oops. Sorry, Harry. Ron, you. The egg went through that. Яйцо упало в слив. Слушай, я попал. Да Гермиона, выйди, блядь, что ты стоишь лапами машешь, блядь. Стоит там такая в углу и рукой типа. Чё-чё-чё? Блядь, ты тупая, нет? Капец, она медленно разрушается. Так должно быть или это ему просто плохо попадает? Я попадаю пока специально вон туда, чтобы мне богов дали. Гермиона, блядь! Где? Я даже не вижу, как это съебалось. Где ты, тварь? Все уже. Все, уже заходите. Я бы не стал, когда из туалета в бобы вылетают. С туалетных кабинок. Ну, знаешь, мало ли, как они могли попасть в туалетные кабинки. Оно стучит, как сердце, это капец. Знаешь, как переводят? Лови конфетки! Конфетки! Ну, ты будешь забираться, нет? Куда нельзя забраться, на перила. Сэн. Это значит, через здесь. Да, блядь! Чё тебе на башку упало эта штука? Это надо котлом. А там котел сзади был. Ну да, мы сейчас сюда сходим. Всё сделаем. Вот, нет, это вот тебе надо. Сиди. Там взяла маленький щит, между прочим. Да. Over there! Брынсор, уроны какие-то, это... Я тебе говорю, сейчас будет Гермиона спрашивать. Will you stop talking about beans? Так, стоп. Блин, не попало. А куда? Надо разрушить вот эти... надо прям в центр попасть. Гарри такой потерянный. Знаешь, на самом деле это очень похоже, как было в этой, в четвертой части фильма. Там Рэдклифф тоже ходил, как будто не понимал, что ему играть надо, да, и как. И так и здесь он тоже выглядит, правильно такой ходит. Весело, жизнь кипит, но не у меня. Гарри, да, что? Гермиона. Гермиона. Гермиона, да.
А как же Герм и Вона? Помнишь, вот он, Виктор Крам, как говорит? Хармайони. Хармайони, да. Хармайони. Где я, блин? We need to move the pipes. А как? Ебой! Падай сюда. Знаешь, с моим зрением я управляю тараканом, вот честно. Ну, он, по крайней мере, тоже рыжий. I need your help. All right. Так, в мире Анфиси было. Ну, типа, ну, Вера, это там засадовская девочка, ее спрашивают на уроке биологии, типа, какие домашних животных вы знаете? Вера, ну, корова, там еще что-то такое. А потом ей говорит, ну, вспомни такого, и знаешь, попроще, там, такой ласковый, с усами, таракан. Ну ласковый, с усами, у бабушки живет. Дедушка? Ну логично же, главное. Надо же, Гарри решил вписаться куда. Так, сейчас на нас будет нападать. Эй, где вы? Сволочи. Возможно, они не будут нападать. Пойдем дальше. Да хер с ним, не хотят ли. Тут туда не пройдешь. Надо здесь идти. Вот пришли. Они сейчас придут. Ну блин. Гермиона, 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 я держу этого штуку. Все, Гермиона отъехал. Да, мы там лягушек нафармили. Воздух, получается, надо поднимать. Уже когда нажимаешь этим, он перетягивает, получается. Сначала, если ты его не ударил еще, включается это самое перетягивание. Если ты его уже ударил. Все, понял. Выгоднее их, конечно, просто лучше их. Ну блин, где я вообще? А. Гарри. Гарри? Рядом с тобой? Давай. Гарри решил нахуй убить просто. А представляешь, что когда ты один играешь, они оба стоят и нихуя не делают, да. А ты еще специально как-то задумала именно конкретное заклинание прокачать? Ну да. Так, как на А, вниз пока не. Твоя прокачка зависит только от этих заклинаний. Ну да. Но и не все под колоб очень сильно заточено. Поэтому нормального выбора нет. Ты в меню такой покопаешься, а внизу что? Ну, вниз это дальше. Ты покопаешься и подумаешь, ну, наверное, колоба в этой игре нету. Ну да. У нас уже 4 щита. Мне сказалось бы, спрыгни просто вниз, да, и возьми щит, но нет, нельзя. Ну да. Блин, а где эти? На рассвет, подожди. Да, наверное, да. Так надо как-нибудь отсюда вот. Нет? Нет? О, круто, мой язык хотел. Почти. Потому что так стою, чтобы здесь типа камера все охватывала. Чуть подальше. Вот хотя бы тень нарисовали под этим, под предметом. А вот это надо будет с другой стороны, по-моему. Да. Блять.
Отлично, теперь я буду знать благодаря субтитрам, что означает «я жду». Саламандр. Да, эска не действует, конечно. Все краны, чтобы получить. Да, ты сейчас не пройдешь. Ага, окей. А начинает выбирать отсюда. Да. Точка респавна. Так, вот еще эта штука. Угу. И, видимо, это, и вот надо... Она туда. Если я... Я сейчас ни хрена не вижу. Я там тоже не вижу, подожди. Когда я вернулся, просто так посмотрю. Нет, там какой-то рычаг был. Давай, я вот так вот сделаю, чтобы камера чуть-чуть. Ладно, я не знаю, зачем нужна эта штука. Возможно, это просто, потому что, по-моему, там не такая, которая взрывается. А нам, там надо еще чуть-чуть обойти, тогда будет... Да иди сюда, блядь, заебало руками махать. Стоит там, блядь, машет. Извините за выражение, пизда с ушами, сколько можно. Набирай бобы, а то что-то вообще не появится. Что? Набирай бобы, а то что-то здесь вообще нихуя нет. У меня 2600 с копейками, у тебя 1600 с копейками. Ну, Поттера тоже 1600 с копейками. Ну, Поттер-то хотя бы в одну харю ходит. О, ничего себе! Поттер, нихуя себе, вы делаете успехи. А, вот, вот теперь отсюда. Да знаешь, когда ты играешь в эту игру, ты начинаешь понимать, почему Снейп ругал Поттера. Ну, я и говорю, я, знаешь... В предыдущей части, ты помнишь, типа, что Поттер, наверное, тупенький, поэтому последнее заклинание ему дает, ну, как знаешь, он. Uh-huh. Да, ну как оттуда их забрать, эти награды-то? Ну, надо бы... Самый щит точно надо взять. Блять, вот бредятина, а. Ну да. Бабы-то хрен с ними. А вот щит. 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 Щит! То есть мы, конечно, в любом случае сюда еще раз придем, но я боюсь его туда оставлять. Не, может, он может пропасть, скорее всего. Конечно, здесь зареспит. Здесь зареспит. Не, мы потом назад еще вот так пойдем. А, ты в этом смысле? Да. Ой, нет, не сюда. Все. На всякий случай. Нет, ты ее уже тюкнул. Кнула. Тюкнул, не знаю как. Как правильно учитывая, что ты женщина играешь за мужского персонажа? О! Пизды. Да, спасибо. В Тиндере что-то пишут. Или сам Тиндер что-то пишет. Так, куда это потом к воде спуститься, когда у нас будет заклинание соответствующее? А, тут наполняется. Так что ты делаешь, Гермиона? Да, Рон хватает щупальцем вот этим световым первым. Подбегай, Гермиона. Рон, мне нужна твоя помощь. Ты уже скажешь, ты хоть раз. Так, зачем интересно? Я не знаю. Я так и не познала. Шоу не познала смысл. Ну что, камон, ребятушки. Да, мы идем. Да. It's over there! Пойдет. Они вдалеке опасны прям. Да хорошие, они же меня раньше вообще не видели. Так, это заебало. Подними золотое яйцо. Сейчас не буду пока. Окей. Серьезно, Гермиона, ты не справишься с зайцем, блядь? Ну давай. Дайте, пацаны, пацаны. Тащите яйцо, пацаны. Давай, ладно. Как это работает? Они его тащили на себе, в результате он назад выскочил в трубу в ванну старост. Как-то озвучку урона, как будто он, блядь, он...
Как будто он слегка немножечко это. А, теперь назад идти до самого этого. Ой, бля, я ж под... я прям по огню бегу, я даже не смотрю, бля. Давай, жабёныш, воскрешение. Гениально. Заколдовал огонь там, Боб выскочил где-то посередине. Там не пройдешь. Ой. Слушай, я новый заклинание разучил. Смотри, посмотри, секундочку. О! Это оно всегда было. Так она под... Так, а почему я об этом не знал? Почему ж... Шо ж ты мне не сказала-то? Это оно всегда таким и было. Я не знал об этом, потому что просто двойной удар, и все. А оно не двойное, но есть просто двойное, а есть... Зажимаешь, она четырьмя сразу. Ну, блядь, я откуда знаю. А, я все поняла. Ой. Гарри, ты не можешь чувствовать боли, ты компьютерный. Ой. А, нам туда не надо, да? Ты компьютерный, Гарри, ты не можешь чувствовать боли. Я здесь обошла. Будет, не будет. И всех тут уже все достали. И всех. Все сделали. Все достали, и все. У нас, по идее, сейчас будет доставать шифринги, нет? Нет? Ну, Гермиона! Они нас уже доставали где-то в похожем месте. Ну, сейчас еще снова тут сюда собачиться, по идее. Ну, сейчас их будет вот тут много. Да, кстати, 19... А, у Гарри 19%. И у тебя? Да, сейчас я сдохну. У тебя 17%. Они бесконечные. Да? Да. А как там пройти? Ну просто бегаешь, паркуешь. А. Но я бы немножко бы их по это самое. Пофармила? Да. Потому что в любом случае куда-то придется. Да блять, заебало. Ну и... Что-то нихуя и не бесконечно. Сейчас придут. Может, другое место? Чувачки и... Ты представляешь, сколько часов я тут провела? Ну где? Ладно, придется сюда потом еще раз бежать. Ладно. Не хотите меня? Золотое яйцо плавает, блядь. Оно же волшебное, относительно. Охуенно, в яйце был щ... Если так посмотреть, если постараться хотя бы на секундочку хоть... Малейшую логику включить, это вообще твоя, какой трындец творится. Астрология стала доступна. Ей! Блять. Сейчас, секундочку. Ой. Так, как говорится, ничего не делаете. А, блять, куда я дел зарядку? У меня, куда вспомогательный звук пишется, разрядился аппарат. Ну, это по-моему... Ну, если не совсем последнее, то перерыв хотя бы еще надо, хотя уже, учитывая сейчас часов 8, наверное, скоро будет. Да, наверное, последнее, потому что, блин, просто там зарядка тоже кончится на телефоне. Угу. Ой. Что-то серию допишем, и тогда все. Ну что, четвертая часть, 4 серии записали, да? Ну что, куда пойдем? Давай, куда хочешь. Новых тут не появилось, нет? Нет. Нет. Полет, ой, блядь, я уже догадался по названию, что надо будет делать в полете Бубантюбера. Просто вы знали бы, как прицел? Ты просто оттягиваешь назад, а прицел делает... И тебя надо отпустить в тот момент, потому что он рандомно как-то там... О-о-о. Надо сюда какую карточку было сделать? Надо... Так, что-то Гермиона получил по нового, нет? Какой-то? Акция. В карточке магического удара трансформируется. Выносливость. А урон А.
Я предлагаю сейчас уже не начинать новую локацию. Можно освоить то, что есть уже. Лучше запретный лес. Давай. А что-то новое появилось, куда можно в запретный лес усходить? Там растение было место, где надо сосредоточить. Назад. Не, мы назад еще. Мы только башни Хогвартса все облазили. А тут мы почти ничего не сделали еще пока. Можно как раз убить этого какого-нибудь одного этого большого? Жирненького, да. Давай. Убьем Жирненького. Так, сейчас. Здесь не пишут ничего. Ладно. А что ты хотел снять? Какие заклинания надо кастовать? Убьем в себе Жирненького. А, мы карточки не поставили новых, кстати говоря. Да, там ничего такого особого. Не было. Я буду этим вот хуярить оттуда. А, он показывает общее количество, которое ты собирал, понятно. Уже не может быть, поскольку потратили целую кучу, сейчас у меня опять будет 2600. Что потратили? Меня особо ничего не потратили. Покупалась какие-то карточки. Как будто покупала, они были дешевые. Но все равно не может быть ровно такое же количество бобов, которое у меня было на прошлом уровне. Сколько ты должна была уже потратиться? У меня один в один. Значит, ты пишешь просто общее за всю игру, сколько ты нашел? Нет. Ну, короче, я не знаю, каким образом бесплатно, получается, все взяли. Не бесплатно. Они просто были очень дешевые. Keep going! Блять. Поверни туда немножко. А то Гермион не видит, где склон, она не может забраться. Для чего котел там стоит, интересно, непонятно. А куда идем? Туда? Не, я еще не до конца здесь все. Да, блять, выйди отсюда! Да. Да я не подходил туда! А-а-а! 10. А, по ним стрелять надо? Что-то камера так приблизилась, я не вижу вообще ни пизды, что происходит. О! А ну иди сюда. Гермион! Это другим, получается, способом, да, моего? Да, другим. Так, сейчас подожди, сейчас соберем, что тут есть. Так, там он грипп, по-моему, ну-ка, сейчас скучно. А, нет, это тыква. Это тыква. А, это обычный щит, я думал, или нет? Не, необычный. Освоено что-то написано. Да, и освоение, процесс освоения. Ай, ладно, не пытаешься разобрать. По одной карточке на каждого? Сейчас, да? И нет, это всего одну карточку, да. Так. Information Demet. Так, Венгарный Мребиос освоено как раз. Этих еще нормально. Ой-ой-ой. О, хорошо, у нас еще Авиафорс и Архидеус. Подожди, в смысле Архидеус? А что это за Архидеус? Архидеус, когда мы бомбим этих самых просто так, этих шакалов. Ну, собачек. Оно Архидеусом, по-моему. Да, понятно. И кого-то еще там тоже Архидеусом. Ну, мы сейчас пойдем еще одного так... А, нет, мы сейчас еще одного так не убьем. Мы сейчас пойдем и его убьем еще раз, однозначно, а потом пойдем дальше. Только другим нужно, да? Способ. Да. Каким? Каким? Там надо в него покидаться. Нет, там надо, смотри, надо в него немножко покидаться, он начнет вот так вот по кругу. Покидаться, в смысле, заклинаниями? Не, ну или заклинания, короче, как-нибудь так. Да, короче, чем-нибудь. Урона набить. Чем, ему, да? Чем-нибудь покидаться, чуть-чуть совсем, чуть-чуть. Ага. А потом он начнет вот так вот по кругу разбрызгивать желтую хреноту, ага. Огонь. Потом он устанет, и в него надо будет.
Ему надо будет потушить акваэракта и... Двое, по-моему, тушат акваэракта, а третий... Я не помню. Короче, вот что-то сейчас такое разберемся. Нужно будет сделать. Так, ну куда туда, да? Я из-за Реймана пытаюсь ускорить и нажать X. Мы очень долго, да, играли в Реймана, немного. У меня вот это XZ, они у меня ускорение и удар. Я пытаюсь нажать X и думаю, что он уже бьет, я же всего лишь ускорение нажимал. Видишь, Архидос? Да. Подожди, это одинокий бог здесь. Гаррис, мы вообще бабу не нужны, он такой пацифист и собирает. А сейчас как лазить, нет? Жизнь хотел заверять способ, почему. Ну и ладно. Эй. А. Че? Подожди, а, я еще туплю просто. Все равно. Keep going! Правда, Рон? Что делаешь? Пытаюсь забраться. Зачем? Вот сюда надо идти. Обычно. Так, там нет, там некуда забираться, в другое место. Покажи, куда-нибудь в другое место, слушай. Нет, тут надо забираться. Неважно, ладно, почему так можно пройти. Ой, господи, я вижу. Мне еще надо. Это было прям четко. Так, надо видимо чуть-чуть популяться. Подожди, пока он. Пока он. Пока он сделает все свои дела и устанет. Да. Гарри, не надо. Ладно, давайте попробуем вот так тебя. Во! Я не то сделал, ну да ладно. Куда еще можем сейчас зарулить? Вот, в начало уровня, как мы, ну, то есть как мы изначально шли первый раз. Я не понимаю, где Гарри вообще. Там сзади. А, нет, там еще одна есть. Нет, по-моему, она не все обладает. Бля, что-то прицелится, я хуй знает. Блин, зараза. Крокодила нет. Нет. А, то есть камушек не действует? Камушек не действует. Нет, не попадается. Ну, прицел. Опускай. А! Блять, я не понимаю, как не просто... Да, вот так. Блять. Нет, с джойстика отвратительно, с клавиатурой может как-то получше управляется. Так, не, нет, я ничего никому не попал, надо еще раз делать. У меня перелет случился. Он гуляет, как этот, блядь, вообще в эту сторону. Это кто там сейчас стоял? Поттер, ты? Поттер, сгинь, пожалуйста. Снейпу нажалуюсь. Поттер. Авада Кедавра, Поттер. Стоит. Да бляха. Ну, их стало меньше.
О! Вот на себя стрелять гораздо сложнее. Да. Туда куда-то в сторону еще. Не понял. Ну как кто-нибудь? Ром, Гарри, давай, короче, туда. Ага, понял. Е. Беззвучно такая. Посторогу замьютили. Так, и что надо сделать? Ну тут, короче, тут много чего даже можно сделать. Можно начать просто с того человека, который рядом с ней. Ну это мы возьмем и уровень закончится, подожди. Это мы не просто возьмем, уровень закончится. Это надо еще сейчас вот так вот. Так вы рактись. В общем-то неплохо, чтобы уровень закончился. Потому что у нас потом будет еще. Блять, я не понимаю, как уворачивался. Слушай, мне кажется, тут надо действовать иначе. Я забыла уже просто. Так. Надо сначала гной, наверное, убрать и с той стороны заходить. Ну, может, да. Да, попробуем так, но я не понимаю. А, блять, я играю тобой опять. Вот, да. Вот у меня настигло проклятие вот это. Проклятие Реймона? Да. Так, а где эта штука-то? Куда ты? Вот сюда. Нет, вот. А вот это? Да ё-моё! Ёбаная камера! Ну ты, может, будешь кидать? Нет? Как тебе такой Гермион? Какой же пиздец, а? Класс! Прицел, ёб твою мать! Я не знаю, как. Он просто куда-то вверх задрался. О! Еее! Так, все, пошли слева. Слева. Вот. С краю слева. Да, но там этот самый. Че это самый? К огню с той стороны попробуем подойти, давай. Ну ладно. Мне кажется, тут просто не совсем то. Не знаю. Это девятый. И все равно он по нам попадает. Слушай, попадает, потому что знаешь, что надо сделать? Надо поставить сюда камень, чтобы он попадал в камень. Поттер. Сделай что-нибудь. А еще можно с помощью камня, видимо, забраться в это. Да, но это цвет. А, нет, там эти цветы расцветают. Да, надо до цветов еще нужно будет добраться. Это я вообще. А, я где? А. Я смотрю, но думаю, да, наверное, подумаю, что ты тушишь огонь. Не-не-не-не-не, камень не трогаем, пацаны. Все, Гермиона сдохла. Гермиона! Фу, пиздец. 35 минут. Блин, вроде как еще и не 40, и... Можем еще раз туда сходить.
Нет, к дракону уже все, там осталось по растению. Нет, там еще осталось и где-то там найти одну эту маленькую, маленький щит, чтобы образовался большой. Около дракона прям? Ну, где-то там, в начале. А, в начале. Потому что у самого дракона там по листьям потом забрался. Я помню, забрался. Где, короче, он там. Да. Заодно попробуем убить еще большого какого-то... Да, 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 вот. Каким-нибудь особым способом. Ну, возьми ты этот котел, ёп! Она меня что-то бесит прям. Ну, поиграй за Поттера. Нет. Нет! Возможно, она бесит, но все равно... Да. Но это все равно же Гермион. Где-то. По-моему, уже нет, уже камень здесь образовался. Нет, можно забраться, а, вот. А, вот здесь котел. Сейчас опять будем ебашиться с этой предотой. Да ладно. Блин, все равно нужно еще дальше. Да. Так, сейчас пока ничего не делай с ним вообще. Пока я не скажу. Ладно. Надо, чтобы он огнем начал обливаться, правильно? Так долго ему бежать. Да. Вот, я вспомнил, надо подождать, чтобы он во что-то врезался. Вот, теперь надо его бомбить. Вот, да, 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 да. И так еще два раза. В смысле, еще два раза? Ну, в смысле, и два или три раза еще придется так сделать, чтобы нам засчитали полностью рекорд. Чтобы прокачать его. Ой, вообще, подожди. Ну, мы это сделали? Ого, я вспомнил, как это делать. Ну, да. Вдвоем это не так ужасно. Ну, да. Ну да. Я про камушку беру. О! А, это я, да? Да, это ты. Я тебя камушками обложу, чтобы Поттер к тебе не лез. Да, блядь, здесь слон пройти может, ёбаная сука! Пока Поттер попытаюсь убить. Вот так. Вот, видишь, какую скорость он перемещает? Все, отпускай. Ну, допустим. Не. Уничтожил ты там. Сука, давай. Ладно, давай я, потому что, короче, я не знаю, почему у меня с такой скоростью дергается прицел. У меня тоже он дергается с такой скоростью, просто я заранее примерно помню, когда он... То есть я набережу... Извини, просто так потешно, что... О, наконец. Иди. Да ёб твою, блядь! Твою, сука, бесит. Так, к дракону уже можно не идти. Пока не получим новое заклинание, да, к дракону смысла идти нет. Так, а куда? Где я, блин? А,
Ну, короче, на... как я как иногда говорю, на сзади, как можно на сзади. Ой, господи. Кому кто это придумал, он ебанат. Я ответственно говорю, он ебанат. Подожди, пожалуйста. Поттер, я тебя умоляю, сгинь отсюда. Да подожди, давай пойдем сюда, пойдем. Поттер, Лиса, смотри, смотри. Молодая красивая девушка, иди ко мне. Иди ко мне, Поттер. Я познакомлю тебя с Джоу Чанг. Пойдем. Пойдем познакомимся с Джоу Чанг. Нет. Там ничего не исчезло. Поттер, сгинь. Поттер, Снейп. Ладно, Кирилл, я попробую. Пока Поттер там это... Отвратный. Вот, вышло. Я ебею, что происходит. Поттер, Поттер, сгинь, сгинь, Поттер, Поттер, сгинь. Слушай, а бомбу точно так красить? Если бы. Ну блин, чувак, чувак. Если взять здесь камень. Ну и... А, ну и... Нет, он всегда ждал, типа... Куда прицел, блядь, где? Смотри, куда его увело, блядь, уже. Ну вот как вот здесь можно во что-то прицелиться, блядь? Пизда руля. Ну куда там вообще за кадр, ёбаный километр. Ну смотри, куда он их закидывает. Да-да. Блин, и сами отошли нахуй. Слушай, подожди секунду. Мне кажется, тут можно вот здесь пройти. На другое же место. Какая разница, мы все просто с другой стороны обойдем, потом туда. А, заебись. Фу. Да уйди ты, господи, с тебя еще не хватало. Ты надо на записи. Это я? Это я. Блин, зараза. Да. Кто-то активировался. Ну, ё-моё. А просто так нельзя уничтожить, да? Да. Поэтому, пожалуйста, перестань это делать. Гермиона, блядь! А ну-ка, Гарри, там сервис Невертон вообще в предыдущем. Так чёрта его. Где-то здесь оно было. Вот, да, справа. А, нет, не к чёрту, Гарри. Вы не к чёрту, Гарри. Гарри, иди сюда. Теперь ты нам нужен. Ах, вот теперь его понадобился, да? А то иди, Гарри, к чёрту. Так. Ну и где? Тримагишин вывеска, где? Она меня назвала Тримагишин вывеска. А то есть он где-то появился? Да, где-то поблизости. То есть он не может где-то в ебенях появиться, да? Нет, он должен быть где-то поблизости. Сейчас, вот сюда. А можешь еще на меня пойти? Что он предлагает нам карту. Вот видишь, что можно зайти вроде наверх? Нет. Ну попробуй просто. Нет, ну нет, ну это начало уровня. Мы отсюда стартовали в самый первый раз. Так, ну что-то там впереди, мне кажется. Да, вот еще вон он, по-моему. Вон. Да. Ты Гермиона, блядь! Так, надо было обойти с той стороны. С этой стороны еще более-менее можно тогда добавить. Отличное заклинание. Давай!
Все, пошли, 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 да. Ну, иди, короче, да. Я не могу, потому что все остальные в углу карты, она говорит, идите ко мне. А ведь будет испытание с этими бубонтюберами ебучими, куда их надо будет закидывать в определенные места на время. Да. Ну, чувствую, там моя жопа сгорит просто начисто. Все, давайте заканчивать на этом. И камера, и время, и все остальное. Вот. Ссылки в описании, подписывайтесь, переходите, задонатьте, если есть возможность, и все такое. Вот, а затем все, и на этом на сегодня будем заканчивать. Во, видишь, Доктор Хорс прибавился. Ну, да. Это четверть, к сожалению, всего лишь. Это не 30, это четверть. Да. Ну, ладно. Вот. Лопаты, ну лопаты еще не нашли ни одной. Ну, я понимаю, что это не здесь будет, да. Вот, ну, короче говоря, не знаю, когда это все выйдет, вот, потому что, если мы того Гарри Поттера начали осенью 2019-го писать третьего, и он только сейчас, вот, считай... Сейчас июнь, в июле, и он в июле выйдет 2020-го, почти через год, вот, то через сколько это все выйдет, учитывая, что это длиннее, вот. Но хотя это будет зависеть от того, поскольку мы записывать будем. Я думаю, еще на два дня записывания. Ну, понятно, это к тому, что как часто мы будем собираться. Потому что мы бы того, если бы мы имели возможность, когда была эта изоляция и прочее, встретиться раньше, мы бы третьего записали, давным-давно там оставалось-то все ничего. Да. Вот. Так что так, все, всем всего и всем пока. Как и экстрактом, что там у меня уже... Что? Это, ну, это, да, ну, когда, ну, когда, капай экстракт, капай экстракт, блядь. И когда, ау, ау. Не, ну Гарри, который пытался поставить, подходит только прям на линии огня стоит, смотрит, а все это, блядь. Гарри, уйди, нет. Получаем ебальник бубонтюбер. На самом деле очень не... Потому что вы понимали, гной бубонтюбер — это как серная кислота примерно у них там. Поэтому и получить ебальник целым бубонтюбером, из которого во все стороны это летит, это, мягко говоря, не очень приятно. На самом деле, вот в этой части, в четвертой части Гарри Поттера очень нужно заклинание Империона. К сожалению, они... Да, не реализовали его. Вот. Все, всем пока.